27 миллионов рублей России направит на реставрацию Капитолия в Гаване на Кубе. Предприятие госзагранобстоятельств разместило тендер на работы по установлению покрытия купола. Ранее наша страна уже потратила почти 2,5 миллиона рублей на обмер объекта. В Капитолии размещается Национальная ассамблея народной власти Кубы. О помощи в реставрации здания попросили кубинские парламентарии.